Пиндер-мендер-лапа-пендер. Утро – это очень круто. С добрым утром, малыши! Вместе с вами просыпается Хрюша. И Антон Зорькин. Пиндер-мендер-лапа-пендер. Привет, друзья. Хрюш, так что ты там делаешь? Какие-то непонятные слова произносишь. Что они означают? Антон, я готовлю сюрприз. Для нашего гостя, да? А какой сюрприз? Это будет фокус. Что ж такое? Я должен яйцо накрыть платком, так. И оно должно исчезнуть. А волшебные слова нужны, чтобы фокус получился, раз ты не знаешь. А, так давай попробуем вместе. Ну, давай. Давай, 3, 4. Тиндер-миндер, лапа-пиндер. Ничего не получается. Хрюш, кажется, я понял, в чем тут дело. Ведь нам нужен специалист высокого класса. Итак, приготовились? Магия начинается. Вот так вот. Хрюша представляет нашего гостя. Сегодня у нас в гостях великий фокусник Андрей Сафронов. Все верно, представитель семейства братьев Сафроновых. Привет, привет. Великих магов, привет, Хрюша, привет, Антон. Здравствуйте, ребята. Привет, спасибо большое, что снова к нам пришел в гости. А у меня вопрос такой. В школе наверняка же пользовался своими магическими способностями, да? Удивлял учителей? Ну, если честно, учителей не удивлял, если только на концертах каких-то школьных. А очень любил вообще удивлять у себя во дворе друзей. И наверняка ты использовал какой-то подручный материал. Самые обычные предметы. А вот что нам сейчас пригодится, чтобы показать самый простой фокус и, если можно, раскрыть тайну? С удовольствием. Это будет обычный красный платочек. Сейчас мы этот платок заставим исчезнуть. Хрюша, какие ты знаешь волшебные слова? Хорошие. Тиндер-мендер, лапу-пиндер. Отлично. Тиндер-линдер, лапу-пиндер. И хоп, платочек у нас исчез. А что появилось? Это же яйцо, куриное яйцо. Куриное яйцо, все правильно. Куриное яйцо. Где же платок? Не знаю. Он уже здесь. Вот такой вот фокус. Теперь я, как обещал, обучу вас, как это делается. Ребята, смотрите внимательно, смотрите и запоминайте. Внимательно. На самом деле у нас два платка. Как один платочек я заранее положил сюда в коробочку. А, так. А второй платок у нас спрятан вот в таком специальном яйце. Видите? Оно у нас пустое. Такое яйцо можно купить в магазине «Приколы». Если такое яйцо вы не смогли купить, то его можно сделать из обычного теннисного шарика. Будет вместо яйца появляться теннисный шарик. Тоже здорово. Итак, когда вы ходите к зрителям на сцену, надо выносить вот так незаметно в руке и накрываете платком. Прячете платок в яйцо. Да, мы это прячем в кулачок, а на самом деле не в кулачок, а в яйцо. Да. В то время как второй платок у нас находится здесь, в коробочке. Когда прячете платок в яйцо, самое главное не показывать вот эту дырочку. Ее надо быстро отвернуть от зрителя. Смотрите, что я делаю. Я эту дырочку отрываю. А что у нас с яйцом? Не может быть! Ну, настоящее, оно только что было пластмассовым. Неужели все свои магические трюки вы делаете с братьями из подручных материалов? Конечно, это самые обычные предметы. Например, альбом. Антон, как видите, пока что альбом не разукрашен. Абсолютно. Да, самый обычный альбом. Все это последние листочки беленькие. Возьми, Антон, волшебные краски. Да. Теперь кисточка. Раскрась. Сейчас. Так. Все листочки до единого раскрасились. Андрей, должен тебе признаться, Хрюша очень любит сладкое. Поэтому здорово, что ты принес эти вкусные конфетки, красные и белые. Только, Хрюша, это не конфетки. Как это? Это бусинки. В одном стакане красные, красные, в другом белые. Смешаем все бусы в одном стакане. Как их можно быстро рассоединить? Итак, смотрите. Тиндер-миндер. Лапа-пиндер. Оп! Как? Я не понимаю. Ребята, слушайте внимательно. Да. Каждый из вас это сможет дома повторить. Так. На самом деле, в одном стакане у меня белые бусы, а в втором красные, но они привязаны. Видите? Они к дну на лесочке привязаны. Вот хитрее. Это очень легко сделать с обычным пластиком одноразовым стаканом. Да. Пришить их ко дну. Вот таким образом. В тот момент, когда мы их смешали, они действительно перемешиваются. Да.
Но когда я за спиной перевернул два стакана вот таким вот образом, то все бусинки белые отделились, а красные остались в стакане. Это можно потренироваться и за спиной, не глядя, уже делать. Вот так вот прислоняете. Ой, смотрите, ребята, внимательно. Видно всем? Да. Поворачивайтесь, хорошенечко потрясли. Хоп. И все готово. Браво! Андрей, вот такой несложный, но очень эффектный номер. Мы хотим тебя поблагодарить за то, что нашел время к нам прийти спасибо. В гости. С удовольствием, Крюша. И тренируйся, обязательно репетируй фокус, прежде чем показывать. Конечно, я потренируюсь и покажу вам, как яйцо исчезает. Давай, давай, а мы посмотрим. А может, сейчас попробуем? Давай, давай, пробуй. Давай. Накрываем платочком. А мы все вместе скажем волшебные слова. 3, 4, Андрей. Тиндер, миндер, лапупиндер. Молодец! А вот теперь свой секрет ты, Хрюша, расскажешь Андрею в следующий раз. Кстати, я приглашаю тебя подписаться на инстаграм Хрюши. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Ну а вы, ребята, не переключайтесь, потому что сразу после нас конкурс видеороликов «Покажи класс». Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И оставайтесь на канале «Карусель». С добрым утром, малыши!